последующие дни я познакомился с другими врачами-арестантами. Среди них были очень приятные люди. Конский, спокойно делавший великое дело помощи больным. Зубчинский, самоотверженно работавший с туберкулезниками. Болдурис, день и ночь сидевший в лаборатории. В кабинете Зубчинского, человека очень сдержанного, хотя и доброжелательного, я увидел странную картину. На фоне жуткого кровавого заката изогнутые, искореженные черные стволы обгорелых деревьев стояли в болотной тине. Картина оставляла незабываемое впечатление.